русского, латышского, английского, немецкого и французского языков. Ведь именно вы были так добры и терпеливы к нам. Именно вы научили нас соблюдать высокую культуру поведения и общения на любом языке. Наверное, невозможно передать вам всю нашу благодарность. Однако можем сказать лишь одно. Мы вас очень любим и ценим. До встречи в 10 классе.